Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Сегодня у нас в гостях поэт, автор песен, актер, режиссер Вадим Радомысльский. Он автор книги «Исповедь в четыре четверти пути». В книгу вошли стихи, песни, размышления, выстроенные в единую смысловую композицию, которая ставит вопрос о предназначении человека и его реальной судьбе. Это взгляд на поэтов и поэзию разных времен из сегодняшнего дня. Судьбы и проблемы, волнующие творцов разных эпох, перекликаются, а внутренний конфликт Гамлета «быть или не быть» – это состояние души, присущее определенным людям всех времен и народов, которым зачем-то нужно пройти свои четыре четверти пути. Этот вопрос еще ключевой потому, что на этом пути зачастую ломаются крылья. Многие люди вовсе решают, например, зарыв свой талант, сменить маршрут, пойти более легкой, но чужой дорогой, заняться чужим, не своим делом всю жизнь, потом жалея об этом. Ведь зачастую, почувствовав в себе какой-то призыв в своем предназначении, в своем смысле лично своем на этой земле, бывает сложно его осуществить, идти именно этим маршрутом, по ряду причин, потому что жизнь ведь очень сложная вещь. И зачастую люди стараются не задумываться, потому что, когда задумаешься, мысли лезут в голову всякие, не очень веселые, потому что думать, в общем-то, не веселое занятие. Вступает на передний план такая тишина, одиночество. Человек начинает понимать, что что-то не так, и гонит от себя эти мысли, занимаясь какими-то делами, суетой, чтобы не было пауз. Надо все-таки, чтобы эти паузы были, на мой взгляд, чтобы задумываться, как жить, а то тишина, она может как-то навалиться, как цунами, и раздавить человека в одночасье. «Самое главное для меня – это слово», – говорит поэт. «Чтобы донести его, пришлось овладеть целым рядом профессий». Например, по книге «Исповедь в четыре четверти пути» был поставлен музыкально-поэтический моноспектакль. С ним автор выступает уже 3 года. И нужно сказать, что у этого необычного спектакля есть свой зритель. А это значит, что людям это нужно и интересно. Ведь поэт как? Он создает какое-то произведение, и он как передает нечто, то, что им каким-то образом, как антенной, улавливается из мироздания, и передавая людям, ну, он ждет отклика в душах этих людей. Если этого отклика нет, то получается, эти стихи, значит, нужны ему только самому и созданы им для того, чтобы внутри себя вот что-то вот сказать. Если это не находит отклика, то, в принципе, это как мертворожденное дитя, это не нужно. Вот. И, конечно, вот эти спектакли помогли мне понять во многом, понимать, что ты двигаешься в нужном направлении и продолжать идти, хотя это достаточно сложно. Из книги Вадима Радомысльского. Любая творческая личность имеет некоторый фундамент, заложенный, как правило, в детстве, задел, на определенном этапе дающий импульс к созиданию. Я окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Сам научился играть на гитаре. В старших классах, а затем в институте, играл в ансамбле на ударных инструментах. Мое первое образование – педагогическое. Я закончил факультет физического воспитания Педагогического университета имени Герцена. Второе образование – филологическое. Педагог тоже где-то актер, ведь он выходит на класс, как артист, на публику в зал. Он же и психолог, и философ. А спорт учит работать над собой – терпеть, бороться, держать удар и побеждать. Все это в совокупности с тем, что я всегда много времени уделяла чтению, отложило свой отпечаток на формировании моего мировоззрения, постепенно сформировало жизненную позицию, свою жизненную философию, а специфическая смесь приобретенных качеств, данных педагогическим и филологическим образованиями, занятиями спортом, литературой и музыкой, определила форму и характер самовыражения. Стихотворение «Шут». С этого стихотворения начинается мой спектакль. Он по-своему был крут. Он казался всегда веселым. На короткое прозвище «Шут» отзывался в знатной толпе.
И когда смех, так часто рождавшийся тут, умирал, в бесконечных дворца коридорах тишина. Его шутки венчала, и слово не на шутку вершило суд. Врун, болтун, хохотун, плут, на пределе всегда рисковым. Не добрался до цели. Шут, окрещенный простой толпой. Он чужой, раз шутом его люди зовут. Только мир распахнул ему руки огромные, столько разных дорог. Но тропой непроторной он пошел. Вот ботинки жмут. Боль, надежда, любовь, вздор. Разве даром прослыл бестолковым? На крутых королей пер, потакая идущей молве, что коварный укол и обидный укор отпарирует острым, отточенным словом. Боль души, что так часто невидимо взором, вдруг прорвет из раскрытых пор. И тогда не на шутку зол он бывал за слабость минут, но, пытая судьбу, шел. Неудачник, дурак, шут, он, кривляясь, и боль, и любовь поборол, а надежду, в одеждах припрятав бумажных, раз кому-то подал в кулуарах продажных, и теперь безнадежно гол. Сотни лет перемалывал ссор с уст летевший великих паскуд. Если говорить вообще о поэтах и поэзии, то сейчас поэзия, конечно, переживает не лучшие времена. Давайте вот посудите сами, если посмотреть историю российской литературы, становление российской литературы. Давайте оттолкнемся от Пушкина. В те времена поэзия была востребована людьми. У поэтов был свой слушатель. Это было интересно. Если взять начало 20 века, революция 17 года, то на волне, казалось бы, с таких страшных катаклизмов в стране произошел настоящий бум поэзии. Есенин, Маяковский, Мандельштам, Пастернак — появились такие мощные и замечательные поэты, которые могли выйти по революционной честной схватке на поэтических диспутах, помериться своим поэтическим дарованием. И самое главное, что у них был зритель. Это было, опять же, востребовано людьми. Не собирали большие залы. Если взять 60-е годы, хрущевская оттепель, да, целая плеяда имен. Бродский, Высоцкий, Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Акуджава. Они устраивали поэтические вечера, концерты. Просто человек у микрофона, читающий стихи без всякого формата, без всякого украшения видео и какими-то перформансами, мог собрать целый стадион. Сейчас, в наше время, люди, в принципе, стали меньше общаться, слово утратило свой вес. Вот затаившийся вулкан. Внутри пожаром одержимый, готов взорваться. А пока сверху лишь мгла, покой, равнин. Вулкан под грубою породой хранит очаг тепла и света. Неповоротливой колодой стоит, тая в себе поэта. Всегда в холодном окружении, один и под открытым небом, легким дымком наград со снегом пахнет и замер без движения. Неужели единственным критерием востребованности поэзии являются трудные времена? Но если вернуться совсем к истокам, ведь что такое стихи? Изначально стихами считались псалмы, которые звучали в церквях. И сейчас, на мой взгляд, вот эта пена, которая на фоне
вседозволенности, на фоне того, что можно делать все и в разных стилях и жанрах, она уже немножечко начинает спадать, и люди, которые уже за этот период времени, заблудившись и совсем потеряв точку отсчета, уже ищут, им нужны вопросы, не ответы, потому что художники, писатели, поэты, композиторы ответы не дают, они, скорее всего, ставят вопросы, после которых люди могут задуматься, а это уже важно, когда человек начинает думать и что-то менять в своей жизни, думать о смыслах, о смысле жизни, о сути жизни и своего прихода в этот мир. Мне кажется, в поэзии сейчас станут главными темами поиски человеком самого себя, поиски человеком Бога, истины, веры, любви, свободы, говорит Вадим Радомыслецкий. Те истинные ценности, которые образуют жизнь, которые сейчас во многом утеряны. В творчестве ничто не рождается из ничего. У каждого человека, творческого человека, есть свой предтеча, своя точка отсчета, с которой постепенно отпочковываясь, начинает развиваться его собственная творческая судьба. Это как корневая система, которая сначала питает, потом из нее появляются первые всходы. Главное этого концовки превратиться в самостоятельную творческую личность. В моем случае у меня таким человеком, который сильно повлиял на мою судьбу, является Владимир Семенович Высоцкий. Это было влияние даже не сколько через его творчество, сколько через саму фигуру, через энергетику личности, через мощь его, все в совокупности. И я много пел его песни, сначала учил их, что-то получалось. А потом как-то постепенно вдруг я начал сам писать, потому что невозможно же сказать, почему ты это начинаешь делать. Это же не так, нет какого-то специального метода. Вот я сейчас стану-ка я поэтом. Такое не бывает, и поэтому всегда трудно отвечать на вопросы, как вот у вас это получилось. Вот и в названии книги Вадима Радомыслецкого «Четыре четверти пути» строчка из песни Владимира Высоцкого «Канатоходец». Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом по канату, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти. Но зачем-то ему очень нужно пройти четыре четверти пути. Как определить свой маршрут? Свой только тебе предназначенный вектор развития. Надо ли вообще об этом задумываться, раз все предопределено? Вот как бы мог бы кто-то рассказать все обо всем. Одной бы емкой фразой все сразу бы характеризовать. Все сразу. Мятежный дух, тоску, веселье, бред, сумерки души, сомнения – и море буйного покой. Постой, ведь это жизнь. Ответ простой. И впрямь, коль не был сложен так. Простым казаться удел всего того, в чем трудно разобраться. За простотой и ясностью идут через огромный до седьмого пота труд. Как тут признать простой ответ про жизнь, когда она, к примеру, ночью в сердца вселяет страх, днем в них же дерзость высылает ввысь, когда она вся соткана из сотен многоточий. Попробуй разберись. Запутать может лишь ответ такой. Но вот про облако, задетое рукой, про лунный, одинокий свет, о чем так просто и легко писал поэт, судить не надо. Что ж, награда то или укор? На спор. Могу держать пари. На спор. Про многоточие у себя внутри ведь каждый знает.
однако образно и ярко превращает все это в слово, цвет и звук, ценой души неугомонный мук. На перепуте бренных лет художник, музыкант, поэт. Истинный талант часто непонятен, и мы видим только его фасад. Можно замереть в картинной галерее, можно бежать с работы, как на свидание, к непрочитанной книге. Можно, непонятно почему, плакать от звуков флейты или скрипки. Но мы так и не поймем, чего все это стоило автору. А главное, как это тяжело под земной шляпой носить небесные мысли. Что такое поэт? Поэт – это люди, которые тоже несовершенны. Это обычные люди, как и все мы. Просто они очень остро чувствуют идеал, чувствуют, как должно быть. Суть чувствуют. И от того, что вокруг не происходит того, как они ощущают, как быть должно, и от того, что сами-то они, будучи просто людьми, слабыми людьми, как и все тварными созданиями, не могут соответствовать этому идеалу, они еще страдают больше от этого. И вообще, мне кажется, что, знаете, вот это выражение муки творчества, мне кажется, что вот поэт или писатель, или художник, или скульптор, вообще творческие люди, те, кто что-то создают, это как некое искупление, что ли, творчеством за их грехи. Ведь каждый человек чем-то должен искупить свои грехи, да, в жизни бывает болезнями, кто-то какими-то страданиями. Вот творчество, мне тоже кажется, вот такого образа. Ведь это же очень мучительно что-то создавать. Это же делается, ты постоянно ищешь нужную форму, нужное слово, если это речь идет о, там, о стихах или там, писательстве, то постоянно не можешь остановиться. Если мы говорим о серьезных каких-то произведениях, ты понимаешь, что вроде бы уже и рифмы найдены, и все уже лежит, но это не то. Почему не то? Кто сказал тебе, что это не то? Это какое-то внутреннее такое ощущение, цензор какой-то, который, ну, на самом деле, это высшие, так уверен я, силы, которые вот именно держат тебя до тех пор, пока ты не выразишь правильно, подберешь именно то слово, именно ту фразу, которая должна быть именно в этом месте, никакая другая. Потому что если выдернешь ее, посыпется следующее. Выдернешь следующее, посыпется следующее. Это такое монолитное такое создание. А просто какие-то словечки между делом там не проходят. Но если это говорить о серьезном творчестве, это вот такой серьезный подход, и это достаточно процесс мучительный. О муках творчества и таланте размышляли многие. Священнику Андрею Ткачеву талант представляется в виде тяжелого креста, который нельзя бросить. Талант не облегчает жизнь. Он больше крест, чем утешение. Вернее, он утешение другим, но обладателю он крест, который нельзя бросить. Крест, с которого снимают. Талант отчасти напоминает святость. Любого человека можно научить неплохо рисовать или рифмовать слова, но никого не сделаешь вторым Репиным или Мандельштамом. Всем нужно стремиться к праведности, но святость выше праведности. Она всегда неожиданна и неподражаема. К тому же вблизи истинного таланта так же трудно долго находиться, как возле раскаленной печи. Здесь тоже со святостью скрыта схожесть. Архимандрит Сафроний в книге о старце Силуане говорит, что со святыми рядом тяжело. Святой живет перед лицом Христа, а ты это чувствуешь, но далеко не всегда можешь это понести. К святому хорошо ходить за благословением и исцелением, но, получив просимое, нужно возвращаться. И Николай Сербский пишет, что льющийся к нам и все оживляющий солнечный свет на самом солнце представляют собой жуткие взрывы энергии, всплески и вихри огня. Таковы сердца святых. Они льют нам тепло, но прячут от нас свою боль и борьбу. Ведь цель вообще существования человека – это что-то оставить после себя или делать что-то людям, добро нести какое-то, на каждый на своем
месте, в случае людей создающих, это написать, сотворить, нарисовать, сочинить нечто, что сделает человека лучше. Потому что то, что мы называем культура, да, что такое культура, это те произведения искусства, которые созданы творцами. И люди, которые, услышав это, становясь сопричастным этим произведениям, через них, может быть, как-то уловят вот эту суть мира, переданную этими поэтами, писателями, композиторами, которые выступали в качестве передатчиков высших смыслов, и через это могут прийти к первоисточнику, то есть к вере, к Богу, к Евангелию. Потому что не каждому, далеко не каждому человеку попущено так, что вот он сразу пришел к книге книг, да, к Библии, к вере, к пониманию, к этому. Эрнест Хемингуэй сказал, что в мировой литературе существует всего две темы. В чем смысл существования человека и отношения между мужчиной и женщиной. И то, и другое уже было в Библии. Вот так он сказал. Действительно, получается, суть там, а все творческие люди, творцы, которые пишут, они, как, скажем так, производные самого главного, что уже сказано. Но через это более широкие массы могут, это, читая, смотря, слушая, прийти, как я уже сказал, к сути вещей. Из книги Вадима Радомысльского. Нас всех, таких разных, объединяет одна шкала системы ценностей. Переживание утраты объединяют вопросы без ответа, поиски истины, веры, любви и свободы. И я пишу обо всем этом, волнующем и меня, пытаясь отразить в своих стихах все то, что скрыто глубоко в душе каждого человека. Стихотворение называется «Ложь». Ложь – короткое, емкое слово. Гладко стелет, да больно потом. Мы, когда утешаем больного, то ему обязательно лжем. Лжем, поймав томный взгляд незнакомки, распаляя желание свое, ложь сажаем себе на закорки. И лелеем, и холим вранье. А с любовью большой проститься, незатейливо да издали, ложь под руки сама ложится, словно сломанные костыли. В предвкушении карьерных баталий, как отложенный эксперимент, держим ложь в своем подсознании, чтобы впрыснуть в нужный момент. А когда придется решиться на поступок в тревожной тиши, ложь в последний миг постучится в уголок сметенной души, чтоб еще лишь разок пошептаться, как вчера, как во все времена, чтоб осталась душа шататься между злом и добром навсегда. С замаячившей точки отрыва, в час, когда мы уходим на старт, полумертвы ли, полуживы, жизнь прокручиваем назад. Позади полулживая повесть, впереди правды, вечная быль. Нам зачем-то дана была совесть, соль души, обращенная в пыль. Вадим Радомысльский – человек разносторонний. «Я не считаю себя композитором в полном смысле этого слова», – говорит он. «Но поскольку многие мои тексты положены на некую музыкальную основу, они превратились в песни». Люди делятся на две категории. Для кого-то в песнях главное – текст, для кого-то – музыка. Для меня восприятие любой песни идет от текста. Поэтому я больше не скажу, что поэт, скорее автор слов. Поэт – это очень тонкая субстанция. Это звание дает человеку время. Есть у меня стихотворение, которое называется «Счастье».
Но читать я его все не буду, прочитаю лишь финальную часть. В счастливой цифре 7 секрет 7 заветов. Счастье – мозаика мгновений, любви, побед, удачи и вдохновений. Это счастливым даром неба Всевышний веру посылает нам. Ловите же мгновение, это вам, как хрупок миг и тонок. Вот оно счастье, смотрит из пеленок, и солнечным лучом скользит по волосам. Каждый человек хочет оставить на земле что-то после себя. Во всяком случае, маленькую частицу, которой еще не было в мироздании, я привнесу от души. Узнать гения, почувствовать его талант – это тоже талант. Не только сам Рахманинов, но и ценители Рахманинова гениальны. Между ними есть связь. Вероятно, он без них и невозможен. Как для одного летящего в небе самолета нужна масса наземных служб, техников, диспетчеров, так для одного гения нужна особая культурная среда. Нужны друзья и братья по крови. Нужны те, кто поймет с полуслова, поддержит, ободрит. На сегодня это все. До новых встреч на следующей неделе. До свидания.